Неадекватный «Шкодовод» сбил мотоциклиста с пассажиркой. Пилот ехал в правой полосе прямо по Каменноостровскому проспекту в сторону площади Льва Толстого. Попутная «Шкода» из левого ряда стала поворачивать направо, на улицу Рентгена. Мотоциклиста и пассажирку скорая увезла в больницу. А с водителем «Шкоды» возникли сложности. Он выскочил из машины ДПС, сотрудники полиции попытались его остановить, но он оказал сопротивление. Втроем они сумели его скрутить, но он продолжал сопротивляться, выкрикивал что-то угрожающее в адрес полицейских и улыбался. В конце концов инспекторы надели на него наручники и усадили в свою машину. ЧП в России. Новости в живом формате. Обязательно подпишитесь на нас.